Мурлофицы на утапке, посмотри, несутся такие. Да я знаю, что там дальше будет, он наверх побежит. Во, видишь, как он делает? Он слева полез наверх! Как они это делают? Вот он сюда, эта мышь! Оно что-то активирует, я тебе рассказываю. Как порезали на человека? У меня еще один тычок и жопа моему хвосту была бы. Смотри, он бежал? Да, и поэтому я тебе еще тогда говорил. Друзья, вечер добрый, с вами Квантум, с вами Кратос, с вами Медалисты, с вами Томас, и добро пожаловать, это CSGO, угар с енотом сегодня у нас. Всем привет! Ассаламу алейкум! Сегодня будет веселая серия, желаю вам приятного просмотра, ну а мы начинаем, и карта очень большая, невероятно большая карта, капец и был какая большая, поехали! Ай-яй-яй, ладно, по-другому сделаю. Неплохо. Понял? Да. А то можно? По-моему, это с этой стороны. А может, ты подсадишь меня как-нибудь? Серьезно? Да, 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 залазь. А как ты попал туда? Да, подумай! Три. Да ладно! Все, вылетаем. Пацаны, мы... Офигеть, пацаны, ну это фиаско. Мы на каком этаже, сразу говорите? Мы на втором. В гараже. В гараже? В гараже на втором этаже, блин, трындец. Отлично. Офигенная подсказка, мы сходу спалились. Короче, на балконе, я так понял. Мы в гараже. Они не залез сюда, все равно забей. Вон он, блядь. В гараже, что ли? Да мне пофигу, вообще пофигу. Тупо они пофиг. Оба тут, я две их лапки окей, вижу. Окей, 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 иду. А почему в меня... Ай, блин. Ой-ой. Блядь, ёбаный в рот. Они повсюду тупые. Они убегают? Где вообще? Подожди, я наверх. Они либо эволюционировали, действуют сообща. Ну, слышишь, да, они... Так, я, короче, если что, тут. Сразу прыгну, блядь, ему хвост перережу. Смотри, что делает. Вы выкурил их, не? Меня попал. Наверное. Стой, а иди-ка подсади меня. Мы без подсадки. Ого, блин, спецназ. Смотри, где ты? Куда тебя, блин, куда подсадить? Данил. Да. Вот туда, блин, подойди, и вот туда мне наверх надо подпрыгнуть, понял? Да. Готов? Раз, два, да, прыгаем. Три. Фига чё не мутят. Стой, тихо. Отойди. Блять, а дверь это нельзя закрыть? Ну. Тихо. Встань перед дверкой. Ну. Ну. Блять. Ладно. Блин, а чё страшно было? А нам, может быть, туда залезть? Ну! Иди сюда, пупс. Сейчас приду, тут это самое. Смотри, вот у него хвост торчит. Вот он. Помнишь, ты залазил через мусорку? Я понял, где он. Я понял, где он. Антон, это фиаско, Антон. Это не мой хвост торчал. Бля. Он в туалете был, один есть, короче. Я твой хвост увидел. Офигенная нычка вообще, Антон. Мне понравилось, как бы. Вообще идеально тут сидеть, и никто достать тебя не может. Пожалуйста, как у меня хвост видно, я понятен. Нет, там их нету. Хорош! Зачем ты сюда пришел? Я думал, они маньяки лазают. Пацаны, а вы знали то, что мы маньяки? Серьезно? Нифига себе, вот это новости, вот это открытие, вот это... Да. Так, мы через 2 секунды выходим и... Мы вышли на охоту, мы злые маньяки, мы самые крутые. Понятно все. В одно окно, как всегда. Пацаны, вы на каком этаже? На втором, на первом. На втором. Это где-то бахнуло здесь, рядом. Вы на улице или вы в доме? На шифте ходи, чтобы это не палить. Ой, да. Мы в доме. Мы в доме, да. Тихо. 100% в доме. Сука. Я не понял, вы чё, на елке что ли моя? Ну почти. Никого нету. Подожди. Давай. На елке я есть. Это оттуда сверху прилетело. Я тебе говорю. Не, они в доме где-то вот здесь, вот я понял. Где-то дома. Моя дедукция говорит мне то, что вы где-то, сука, собаки. Они там, походу, смотри, Антон. Где там? Подсади меня. Где там? Ладно, не надо. Да. Они здесь были, Антон! Они валят по дому со стороны карниза! Съебываем нахуй! Улетел один, а второй полетел! Второй лох оказался! 8 хп! Меня елка застопила! 8 хп! Блять! Пиздас! А где они? Он по дому убегает, он найти нычку не может! Да уйди нафиг! Блин! Аааа, нее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 ee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 e
Все, минус один. Ты долго жил. А че ты за медалистом не пошел-то, блин, Антон? Я, слушай, ты залез туда, я такой, типа, чё, я пошел искать дальше. Он свалил теперь, кто-то, он залез на крышу и убежал, потому что я за Томасом пошел. Медалист. Сука, где был топ? А ну еще раз. Нет. Залезли они такие чердачные монстры. Только топ не, сука. Только топ не падал. Довольно-таки, да. Медалист топнул, сука, этот, блин, говорит. Я тут топнул, блин. Ага. Падал, тебе же жопа, медалист. Где он? Погоди, а ну еще раз топнул. Нет. Он тебя разводит, походу, я все понял. Он меня не разводит. А ну топни, не, медалист. Так, граффити слышал, понял, хорошо. Я не слышал граффити. Спасибо за наводку, Дима. Чка. Чка. Чка, ты... Димочка. Антон, блин. Ты какого фига, найди его уже. Найди его, Антон. Ё-моё! Фу, я думал, что там... А я думал, что там сидишь такой, типа, что за нахер? А я смотрю, как граффити нарисовался, Ай, блин. А там выход есть? Я иду. Ну здесь есть что-то, я здесь спрятался. Да, изи, ёбаный. Но это не то, что мы искали. Дверь. Да. А куда телепорт ведет, интересно? Давай проверю. Ага, уже поздно. На первом этаже один енот, я тебе говорю, блядь. Ёпсель-мопсель, Антон, ты вовремя убежал, тебе хочу сказать. Да не в смысле бежишь, он тут в стене застрял. Короче, он тут был, у него прям хвост отсюда торчал. Это 100% инфа. Я не знаю, что... Антон! I have a problem, be careful, Антон, careful. Мурлофицы, ну тап, не посмотри, несутся такие. Да, я знаю, что там дальше будет, он наверх побежит. Во, видишь, как он делает? Он слева полез наверх! Как они это делают? Вот он сюда, эта мышь! Оно что-то активирует, я тебе рассказываю. Я как порезали этот человек. У меня еще один тычок и жопа моему хвосту была бы. Смотри, он бежал... Да, и по этой, я тебе еще тогда говорил. Блядь, стой, сука! Запрыгни на меня! Да не, хуйня, там хуйня. Там закрыто, значит. Они заподозрили, они напряжены и внимательны. А он залезает. 10 хп, трындец. Эй, Дракс, привет. Пошел нахуй! Минус Антошенька. Один в гараже. Вот теперь нужно придумать, как оттуда его выкурить. У нас есть на это 7 минут. Чего, Антон? Чтобы выкурить. 10 хп, трындец. Я говорю, 10 хп. Я не понимаю, что они делают, блядь. На Е, потыкай главное. Да я везде уже перетыкал, я везде просто перетыкал на Е тут. Серьезно, некуда больше тыкать. Бля, как ты делаешь это, скажи нам? Она еще так долго работает, капец, как страшно. Хорошо, дам жесткую подсказку. Да не надо! Давай! Нет, Антон! Медалист! Бля, жму не работает, заебали. Скажем так. Мусорка. Ну ладно. Все, это подсказка была? Да, это была подсказка. Томас, бля. Мусорка, говорю! Что это... я? Ты что, дурак, ты, блядь, мусорка. Что ли? Томас, ты мусорка. Это ты мусорка, блядь. Я уже давно понял, как туда залезать. Ну, пацаны, блядь, на мусорку нажать на Е, сука, и делать дальше вещи, как он. Чё тупите? Нет, отойди. Да на мусорку не надо нажать. Боже, блядь, ты серьезно в это поверил? Ну, тупо. Ты серьезно в это поверил, блядь? Ты, блядь, вы конченый мусорка, блядь. Ну и чё? Пацаны, я вам, не знаю, своим ножом клянусь, блядь, на левой ноге, что ж это мусорка. Который сломался, да, полгода назад, и не вырос новый. Блядь, да я всё нахуй на Е, блядь, сказал, не работает. Вот, всё, сработало. Вот, один раз чуть не залез. Смотри, ты начал подниматься, давай ещё раз. Во, смотри, ты начал подниматься. Почти, давай, во. Там закрыто, блядь. Да открыто, я сейчас всю мусорку посмякаю, ты залезай, главное. Видишь? А ты почти. Жмешь, ты жмешь, давай, что давай. Ты играешь, нахуй. Давай, нажал, да нажал. Трогай, да, блядь, ты трогай, говорю. Да я не нажал, я уже один раз нажал, блядь. Да он уже ушел. Нет, он тут. Че ты палишь-то? Я нажал, сейчас не выключал. Давай еще Андрей, раз. Андрей, знаешь, что медалист пытается сделать? Он пытается залезть, это нажимает на мусорку, это пытается... Тимплей нафиг. Да на один раз я нажал. Получается, у Томаса типа... Он постоянно нажимает на ей, медалист. В смысле нажми? Как он тогда один залез, если я ее зажму? Он же не зажимал. Нажми один раз и все, блядь, давай. Ну, нажал.
Да блин, это он выключает, ебаный бот! Все ясно! Это Квунтус, блядь, выключает. Это Квунтус, блядь, выключает. Давай еще раз, я везде понимаю. Енот такая, походу, сидит, троллит. Это Квантум, блядь, нажимает, да ёбь, это точно он, сука. Может, ты пожмякаешь, я попробую, давай. Да. А ты просто на мусорку жал? Во-о-о, да-да, почти. Почти, сука. Давай. Спиздил стремяночку, стремянку спиздил. Какую нахуй стремянку, блядь, спиздил? Он её украл, блядь. Ну а как я тогда поднимаюсь? Спиздил. Как, вот он. Я догадался, нажми! Опа, просрал. Бляха! Дадил, ран, Вася. Ран, Дадил. Это две минуты. Дадил, один справа будет. Да? Я бегу за ним. Тебе жопа, брат, квадрат. Думаешь? Думаю, да, слышу топот. Обходи его, зачем? Обходи. Блядь, обходи, ты что ты не сказал? Так я тебе сказал, он дурак. Серьезно? Сам ты дурак, нафиг я не дурак. Давай, хуячь его. Трындос. Как он, блядь, туда попадает так быстро? Ёбаный рот, пиздец. Я убежал. Бля. Хорош. Я убежал нафиг. Давай подсказку. Подожди, сейчас мы его рубанем. Куда он залез? Да, блядь, я хуй знаю. Это было жестко. 10 хп, выживайте 10 хп. Где ты, скажи? Пацаны, слышали подсказку? Ой, сука, блядь. Ну же, нервы сдают, пивать подсвечивается, да, Виталий? Пиздец, допинг нужен. Когда не подсвечивается плохо так-то. Ну где ты, скажи 50 секунд по-братски. Так-то да, 50 секунд это мало. Беги, беги. Все, на второй этаж бежи. Там стоп, справа путь, стоп, нажми. Отлично. Я, блядь, застрял, сука, в этом дерьме. Он на втором этаже? Да, на втором этаже. Все, я там. Помоги по-братски, братик! Это... А, да, сюда, направо, право, да. Где, ты его проебал, чуни? Еман! Да, блядь, я его проебал. Блядь, мне так повезло. Мышь победила, походу. Пацаны, граффити. Мышь возьми. Я здесь. Пацаны, он в синей комнате, на втором этаже. А, возле лестницы. Прямо вот первая комната слева от лестницы. Фига там кнопка стоп засейвила, конечно. Да, правильно. Это изи, пацаны. Как 7 секунд? Не, мы не сможем. Изи for easy, dance, купер dance. Нашел что-то, бля. Что ты нашел? Да, пацаны, все. Господа, спешу вам напомнить, что у вас есть ровно 10 секунд для того, чтобы скрыться, иначе вам будет плохо. 3, 2, 1, Один, все, погнали. Мы выходим. На ход, значит, мы пошли. Погнали. Ё-моё, мне походу. Они опять нашли телепорт, пацаны. Да и уже просто уже все эти. Идите на вход. Ну, тут какой вход? Терраса. А, вот, Данил. Вижу вас двоих. Засекай, Данил, стой на террасе. Давай. А ну почёрт. Привет! Че-то медалист заднюю включил. Ты знал, да, об этом? Антон знал. Ты нашел его, Антон? Бля, ты по елкам не ходит. Он на елке сидел? Бля. Да, он на гараже. Где он? Ну догнать его нефиг делать. Сюда иди. Здорово. Сюда иди. Ага. Мочи его. Томас, красава. Пацаны, это фиаско, теперь так могу убегать от вас. Это невероятно. Погнали, ты пушистая подстава, они скоро выйдут. И они подставят нас. У меня есть невероятная идея. Я понял, что ты хочешь сделать. Главное, это сделать правильно. Да, блин, иначе минус хп. Пиздас! 12 хп, блин. У меня 53. Иди в жопу, это 25 было. Фу на тебя. Антон, сиди не пались, чисто сиди не пались. Если не двигайся. Нас, у нас офигенная нычка. Подбери себе угол обзора и не двигайся. Ну ты подсказки рублей. Хотя бы, давай мы же тебе какие-то мы давали. Вот, вы в бассейну побежали, вы возле бассейна бегаете, по кустам бегаете. Вот один ищи, смотрит на дом, бассейна. Гаражу побежали. Вы, блядь, на том свете, что ли, я не понимаю? А, вот, бегать. Вижу. На, 100 рублей. Да. Вон они, слышь, куда мы еще забрались. А знаешь, как они туда попали? А знаешь, кто умрет первый? Ты, потому что ты ближе, у тебя 12. Падай, у меня тут Данил раненый. Антон, это очень небезопасно. Так не упаси, пожалуйста.
Иди отсюда, давай. Хочу доиграются, я хуе. Все, нормально. Да, о, быстрее, здорово. Смотри, металлист думает, что... Ну все, нам жопа. А, сука, не залазите, да? А прикинь, можно... А как залезли они туда? Свались меня! Антон, а прикинь, там лестница, если по лестнице забраться, да просто можно. Свались меня! Да, меня слепило. В принципе, я понял, как они туда забрались. Да что ты орешь? Уйди на свою жердочку, да, папагей. Ты папагей, пицца папагей. Нет, по-немецки папагей, это попугай. А ты кровосися тогда, мурло. Бля, не, сука, не-не-не, это херня не работает. И что делать будете, пацаны? Я не знаю, ну мы вас давай нашли. Это не телепорт, то, пацаны, это не телепорт, вот вам подсказка. Ну теперь, когда обычный маньяк, вы должны нас убить. Я понял, я хотел с трамплина залететь, но, сука, он не долетает. Блядь, и дерево прозрачное. Антон, спрыгни на забор, чтоб у тебя хп отнимется. Ладно, мы прилетели, пацаны, вам вообще трындецкие подсказки, это просто, ну, проще некуда уже. Короче, давай ты ищи. Ваша задача долететь только и все. Мы вам сказали точные координаты, куда нужно идти, что нужно делать. Нужно прыгнуть через трамплин. И все, а что вот дальше, вот думай. И долететь до сюда. Я тебе прям четкую подсказку дал. А если я в водицу прыгну? А ну попробуй. Сам попробуй, тут два маньяка рядом. Бля, не дай бог он долетит. Не дай бог медалист додумается. Не дай бог. Хорошо, я не против. Не дай бог медалист додумается. Ты, блядь, вообще на чьей стороне? Дима, что ты там за... Что ты, блядь? Ай, бля. Ну это достаточно высоко, с макушки елки я упал, и у меня было 100 хп, я разбился. А тут примерно такая же высота. Плюс-минус. Про макушку я думал, это подсказка. Я не знаю, я, наверное, прыгну в бассейн, если что. Ну хотя, да, логично же, понял? Нахуй их охранять. Воу! А как он это сделал, Антон, сейчас? Не, ну почти. Да ёбаный в рот, блядь, ну это невероятно просто. Невероятно! Не просто пиздец какой-то, а невероятно. Это следующая стадия офигевания. Прилетел как торпеда. На нахуй почти хуякс, блядь! Хуякс, блядь, одного! Я долетел! Я нахуй не долетел! Я в ахуе, да! Я не долетел! Может, третий спор, охуенно же спорить? О, три здесь. Вы снова туда полетели? Зря. Я долечу. У меня 100 хп, Антон. Ты как это сделал, падла? ХЗ вообще. Мужик, ты как это сделал? Это ради тебя, ради науки. Нет, сиди, нет, Антон, сиди. Не прыгай. Нет, сиди, не... Какой наука? Сиди, посмотрим, они залетят. Я хочу посмотреть, как он... Нафига? Опытным путем мы поняли, то, что если енот спрыгнет, он сдохнет. Пацаны, подсказка. Слышали? Сходу даю вам подсказку. Вы не будете на этот мой, как эта херня называется, на этот крест прыгать, что ли? Блять, как я это сделал? Тебе повезло чисто. Я тебе говорю, я этого не отрицаю, я рандомно кнопки нажимал, я серьезно говорю. А если они знают, как мы это сделали, они вообще... О, еман! А, все, я понял, как вы это сделали, блять. Я понял. А крышу дома надо дрочнуться. Да. Видимо, я тогда попал. А нахуй мы этим занимаемся? Их же там нет. Да похуй. Давай пока позанимаемся, а потом посмотрим. Пацаны, идите к бассейну. Дрыц-тыц телевизор. Месть, блядь! Месть! Мы на бабки не спорим! Возле твоего спавна! Возле спавна, пацаны! Ищите, суки! Паскуды твари! Лево руля! Возле нашего спавна есть телепорт? Вон он, блядь, съебули, сделай в гараж! Давай, бегу! Вообще! Это капец был какой-то! Хитро жопы какой, посмотри, вылетел за мной сходу. Пацаны, вообще, ребята. Я прыгнул в дыру, я не видел, как он забирался. Ага, потеряли, да? Тут собака! Где? Съебался, да? Я знал, что будет пиздец. Нет, хорош. Нормально. Налево. Он в доме. В доме, ну ладно. А что это вам дает-то? В доме и в доме. Налево. Если что, я его окружать буду. Нафиг! Он, наверное, опять в нычку какую-то затарился. Ты на первом этаже, Кван? Да, не буду тебе подсказывать, да. Пацаны. Ну. Гараж, пацаны. Гараж? Да. Алло, гараж! Во, я вижу его, вижу.
Урурурурур. Всевидящее око нафиг Саурона. Залезть опять не может. Бля, да это пиздец. Давай, давай, давай. Нажимай на эту херь. Вы такие смехные, пацаны. Его там нету. Он съебался, бля. Бля, ты съебался этим сараем, серьезно. Он издевается, ё-моё. Пацаны, там уже пацаны, на развернитесь. На столе, пацаны, там уже на столе три графики. Куда разверну? Да ты вот же. Где он, блядь? Вот во, вижу, 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 вижу. А опять сарай, ё-моё. Вот просто нажми на эту кнопку разок, я просто выстрелю, я серьезно говорю. Я выстрелю. Он вот! Где, 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 вижу. Блядь! Тут столько телепортов, он знает, блядь, он сбежал в дом, он в дом сбежал, блядь. Да я прыгаю домой, я прыгаю домой. Блядь, его нету тут. Это ты, сука, я думал, это он дверь открывает. Да, нет. Вот членодевка, а. Диман, ты пробовал? Все двери закрыты. Что, Лёнь? Где ты, последовательно забыл. Пацаны, знаете где я? Я в гараже, идите в гараж, пацаны. Опять, что ли? Это уже невозможно, сколько можно в этом гараже драном быть? Короче, залезь наверх, сейчас он выпрыгнет, я ему башню снесу, давай так. Какая жесть. Жди его там, короче, я прыгну там наверх. Ты на чердаке, да? Такие лопухи. Ой, вы тоже не могли найти? Нет, мы не могли найти тогда. Он вас именно троллит, он бегает за девасом, вообще просто... Да, я. Сука, а в чем была проблема закрыть двери, когда я, блядь, тут был? Так же само, Данил. Так же само. Да ё-моё. Его там нет, блядь, он пиздобол. Да есть он там, я вижу его рожу. Твоя рожа. Да давай, он давай, закрывает, да. Блядь. На говно похоже. Сейчас я ему сам закрою. Убежал давай, он. Давай, давай. Вон он. Давай, я домой, я домой, я домой. Я домой. Окружай давай, его. Домой, беги. Ну где он опять, блядь, и сейчас все видео? Я по дому бегу, как будто. Блядь, сам в ахуе, блядь, он просто прыгал. Он на втором этаже, там стаб было написано. Погнали наверх. Я видел его где-то. Сука. Вот он, вот он, вот он, я его тут вижу, быстрее! Второй этаж, пожалуйста! Давай не упусти его! С балкона прыгает! Я поднимаю! С балкона прыгает! С балкона прыгает! С балкона прыгает! С балкона! Как? Я хуй знает. Кому-то может быть и жопа, но не мне. Бля, он опять выпрыгнул, ё-моё, он прям умел. Я убежал, пацаны. Короче, я в сарае, я хер узнаю, ага. Где он сейчас на данный момент. Заебал. Вот так вот, пацаны, все четко, я же говорю, все четко. Второй этаж. Откуда? Второй этаж, дверь куда? Все, побежали вдвоем, блядь, на второй этаж. Давай, 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 и главное, окружаем его. Где ты, в какой двери? Паскуды, такие вообще паскуды, я дурею с вас. И вот я теперь не сиди и бойся, ну вообще красавчики, пацаны. Да у тебя всего полторы минуты, ты должен подсказки нам дать. Должен? Я вам так говорю, подсказок дофига и больше. Да где мы на втором этаже можем найти? Водонапорная башня. Там тысяча ночи. Пацаны, водонапорная башня, идите к водонапорке. Водонапорная башня. Да, возле бассейна. Бля, как гребаный навигатор для Данила. Опять ты. В одну, потом нет такой, водонапорная башня, такой хуяк. Слушай. Привет. Жди вот тут. Надо привет, там что-то найти. Да. Около нашей башни. Я, блядь, ищу это телефон под башней. Возле вашего спауна, ребята. Возле вашего спауна. Да. Я стараюсь найти. На крыше ни хера. Там же граффити стерлось на столе. Пацаны, блядь, я вообще-то в гараже уже давно. Ой, бля. Привет. А он сидел наверху, ты понял? Это была диверсия, блядь. Так я же специально не полез на диверсанта хренов. Так я спустился и трахнул тебя, да? Он такой сидит еще, думает, что происходит там. Он сидит там. Ребят, ну что же на этом все. Это был CSGO Тролль Енот. Понравилось видео, хочешь больше таких, с тебя лайк, подписка и комментарий. И с наступающим вас Новым Годом. Всем пока и до скорых встреч. Пока-пока.